Ноябрь, 6-е, школьный вечер, суровый 43-й год. Победа так еще далече, но наши двигались вперед. И канонада наступления в свинцовости жизни тыловой вносила радость облегчения, вселяла праздничный настрой. Зал полон, речи, поздравления, упругий туш сменяет марш. Фронтовики сидят на сцене, и среди них историк наш. Он после тяжких 2 контузий едва держался на ногах, в полупудовых, заскорузлых, не знавших сносу сапогах. И хоть и не была чужбиной, ему амурская земля, душа рвалась на Украину, туда, где вся его семья. Его любили в нашей школе, где он обрел свой новый дом. И сторожиха тетя Поля ходила за его пайком. Учитель сам того не ведал, что ждал его прихода класс, поскольку с ним была победа, видней и ближе всякий раз. Он с непреклонностью солдата мечтал еще вернуться в строй, да только вместо автомата сжимал костыль постылый свой. Всегда последние известия, казалось, раньше всех ловил, а с фронта все отрадней вести летели в наш таежный тыл. Но как не ждал он сводки этой, а первым встретить опоздал. Внезапно праздничной ракетой она влетела в школьный зал и обдала сердца людские, и обдала сердца людские волной свободного Днепра. Освобожден сегодня Киев, мы дружно грянули «Ура!». А он, вскочив, какой-то высшей железной властью поднял нас, и вдруг огромным сапожищем, как грохнет, и пустился в пляс. Все видел, но такого пляса я больше в жизни не встречал. Он так плясал, как будто насмерть змею гремучую топтал. Порядок вечера сломался, стоял, примолкнув, школьный зал. А он слезами обливался и все, плясал, плясал, плясал. Спасибо.